Заталкиваю отвертку. Протираю посадочное. И ставлю новый сальник. Аккуратненько его завожу на коленвал. В принципе, сальник идет легко. Но у меня есть подходящая оправка, поэтому я ровненько ею подтяну, и сальник сядет так, как должен сесть. Все, сальник сидит ровно. Ставлю на место шестерню. Вот отлив, на который метка выставляется. Беру новый ролик. Обводной ролик НТН. Маркировка его для заказа идет НЕП 574-2002Б1. А, обводной ролик. Это не обводной, это натяжной ролик. А обводной ролик тоже НТН, НЕП 60-029Б3, ну, Г1, Германия. Вот он, это обводной ролик. Сразу его наживляю. Ну а натяжной ролик перекручиваю на этот кронштейн. Ролик перекрутил. Здесь вот для спецключа два отверстия, чтобы когда мы поставим, до того, как ослабим, ну вернее не ослабим, а отпустим гидронатяжитель, мы могли поджать ролик к ремню. А теперь взвожу гидронатяжитель. Совмещаю отверстие, вставляю сюда и потихонечку сдавливаю. Не резко. Потихонечку он легко уходит. Сейчас посмотрю, выдержит этот штифт. Да, выдерживает, нормально все. Ну, теперь можно идти ставить ремень и ставить гидротяжитель на место.
Ремень я буду использовать фирмы Sun. Номер для заказа HX441YU22. Ставлю его на место. Шестерни разбежались, поэтому подводим метки. Че я мучаюсь? У меня приспособа есть, сейчас приспособы выставлю. Вот такое вот приспособление для фиксации. Сейчас попробую, еще ни разу ей не пользовался. Одной руки не хватает. Ладно, сейчас приспособлюсь. Мне эта шестерня мивек не дает вставить. Ну хорошо, у меня есть другая приспособа. Попробую ее сейчас. Вот такие четыре фиксатора. Сейчас ими попробую. Ну, эту шестерню зафиксировал. Теперь эту шестерню. Thank you.
Вот и все, вторую зафиксировал. Если вот посмотреть, зуб пометки, и вот зуб тоже пометки. Вот этим фиксаторами зажал. Ну, а теперь можно накинуть ремень. Ремешок поставил. Так, это вытащил. Ну все, можно снизу гидронатяжитель ставить. Здесь показать не показал сейчас. Неудобно. Вот этот ролик ослабил, отвел его назад и поджал к ремню. Сильно не натягивал, ремень еще свободен. Так он у меня свободен еще сверху. А гидронатяжитель сейчас выберет. Но здесь он у меня подтолкнут к ГРМу плотненько. Теперь наживляю, прикручиваю натяжитель. Так, ну что, выдергиваю фиксатор. Все, из гидронатяжителя я выдернул его. А теперь сверху откручиваю те два фиксатора. Так, один открутил. Второй открутил. Проверяю метки. Маленько вал проверну. И смотрю. Здесь у меня метка. И здесь у меня метка. Также здесь у меня метка. Все. Ролики затянуты, натяжитель затянут, фиксатор я вытащил. Можно устанавливать крышку нижнюю. Сейчас я ее помою. Крышку помыл маленько, нанопротеком разъемы брызну. Вот такой нанопротек. И завожу ее на место.
Все, снизу разъем я попал, хоть он и оторванный. Этот разъем я чуть-чуть попозже одену. Сейчас снизу наживляю и прикручиваю. Еще раз перепроверил. Разъем точно стоит на месте, чтобы не получилось так, что все собрал, а машину запустить не могу. Наживляю все эти 7 болтов, подтягиваю, и можно уже будет сразу поставить здесь снизу ролики на место. Притянул. Так, ставлю кронштейн. Ставлю второй кронштейн. И ставлю ролик. Так, ремешки я чуть-чуть попозже одену. А вот теперь шкив одеваю сверху. Все, шкив одел и наживил. Теперь одеваю шкив коленвала. Здесь штифт и направляющие. Так, ну а теперь подушку ставлю. Здесь целая куча грязи. Как же я сдуть-то?
залежи. Ставлю подушку. Болты смазываю. Так, все. Поднимаю и устанавливаю снизу ремни. Так, одеваю ремешок на помпу и на генератор. Ремень, генераторы и помпы одел. Ремень кондиционера.
Все, снизу я все сделал. Опускаю и ставлю сверху крышку. Здесь придется резинку подсовывать. Не держится она. Соскакивает. Поэтому буду придерживать. Не стал экспериментировать, взял ее на герметик, посадил резинку, на герметике держится, не падает. Все, нормально, не упало. Теперь затягиваю шкив помпы и затягиваю верхний болт генератора. Я его, по-моему, подтянул. Я его затянул. Все.
можно пробовать запускать. Все работает. На этом замену ремня ГРМ я закончил. Всего вам доброго.